У нас в стендов 2. Я утром проснулся и сразу же вот тут, короче, тут решил поиграть в стендов 2. Вы просили, я решил записать все-таки. Вот. Купили мы эмочку. Слава богу, броню не надо закупать, это будет вообще херово. То, что если мы будем отдельно закупать броню, это вообще, это капец будет. Так, я впервые играю на закладке бомбы, потому что я ни разу еще не видел этот режим. Наверное, стандартный такой же. Мы ждем, короче, на пленте наших челиков. Вот, еще один. Убили его. Перезарядились. Итак, вот, еще один челик. Убили его в хедшотик. Неплохо. Я по-прежнему на ПК, те, кто не знает. Давайте посмотрим, что у нас там наверху. Может, там челик есть? Извините, прошу вас за то, что... Ну да, топ игра. Что? Серьезно? Ну окей. Блин, здесь карта такая большая, как мне кажется. Так, там кто-то сейчас стрелял. Давайте прочекаем лучше здесь. И, кстати, как я хожу, здесь вообще не слышно. А, вот. У нас челик. Убили его. Найс. Мы уже троих убили, это неплохо. Потому что на андроиде играть эту игру, да блин, это просто ужас. Мы убили четверых, можно сказать, завалили всю тему. Пока что я с управлением не очень разобрался, ну да ладно. А, тяжелое оружие, давайте винтовки М16. Почему бы нет, вот это вот оружие купить. К сожалению, менять оружие я временно не могу. Вы посмотрите, как вот это вот менять оружие нужно. Это капец же ведь, верно? Так, давайте пойдемте на Б. Так, где у нас тут? Где у нас тут челики? А, вот, челик у нас есть, который стрелял только что, я видел его пульки. Найс, пропалил себя. Усмотрите, как... Нифига себе, вот это солнышко такое, нифига себе. Вот это изобретение. Смотрим. Никого нет. Блин, вот сюда идемте. Я потом как-нибудь настрою управление в игре, потому что, блин, ну не в записи это же делать. Мне так хватает, в принципе. Мне эта карта напоминает о Дженси. Здесь такая же фигня, что типа проходишь с оружием, но... Вот там кто-то стреляет. АФК убили, похоже. А, вот здесь еще сзади. Лол. Жестко на префайре убил. Но у меня один АФК, или не АФК, вот он там лежал только что. Я закупать тогда ничего не буду. У нас там крыса появилась просто. Я из-за этого не затащил. Я тогда ничего не буду закупать, потому что у нас эко. Как видите, 2-1. Мы, в принципе, справляемся, но у нас вроде бы один АФК был. Давайте я сюда пойду лучше. Ух ты, нифига себе, только что прогрузились вот эти вот столбики. Опа. Убили пацана и взяли АВП. Идеально. А там, вон там слышится у нас выстрел. Блин, нужно настроить временно вот прицел, и идеально. Так, вон там у нас был выстрел. Я слышал только что. Давай, пацанчик, вылезай. Да прям CSGO, мне понравилось. Опа, убили, найс. Но, блин... А, вот все, у нас тут тиммейт. Но, блин, неудобно играть с одним АВП просто вблизи. Реально неудобно. Вроде бы АФК у нас один остался, но там вражеская тима. А вроде бы и нет, я точно не знаю. Надо это все проверять. Смотреть, искать. Найс. Все-таки это было АФК, похоже. Давайте смотрите, я значит вот так делаю. Потом настроил управление по 3, 2 и 1. И все идеально. Вот, смотрим. Сейчас смотрите, я делаю так. Не ставится почему-то у меня. Окей, ладно, давайте, допустим, я сейчас закуплю СМГ какой-нибудь. UMP, нифига себе, я думаю, его еще не добавили. Вот прям вот, ребята, вот прям CSGO. Но все равно над этой игрой нужно поработать, потому что это еще бета. Нужно ее как-то дорабатывать. Так, приседать здесь можно, я помню. Еще в быте приседать вроде бы нельзя было. Я точно не помню.
Я тоже приболел тут чутка, хотя это у меня всегда было. О, где-то, оказывается, не наш был. Где тут тот челик? А, вот он здесь, его только что убили. Или где он там был? Не заложил он бомбы. А смотреть скины, вот жалко, такого не было, и я бы... я бы ради осмотра скинов бы... Опа. А бомба где-то поблизости, как я понял, да? Звуки не слышны, из-за этого невозможно играть. Вот у нас челик. Как, а как раздифузить? А как раздифузить? А, вот, все вижу. Все, раздифузили. Найс. Капец, у меня болит горло. А почему мы заново все закупаем? А, я понял. Я, кажется, понял. Это как настраивать управление, я вообще не пойму. Вот смотрите, мы вот так делаем. Вот так, понимаете? Это как-то неудобно. Это нужно мышкой передвигать и прочее. Я не хочу этим заниматься. Вот так нужно делать как-то, но для меня это вообще неудобно. Вот давайте подождем наших тут врагов. Смотрим. Там у нас есть на спавне. Нас могут обойти сзади, правда. Опа, рандом! Нет, нет, не надо стрелять, не надо. Опа, убили. Опа, убили с UMP. UMP какой-то мощный. Даже в CSGO он так не делает. Блин, а чё я завис? У меня тупо... А, вот всё, найс. А, нет, он пошел вон туда. А, нет, он здесь заложил, здесь. Здесь челик. Все, его убили. Изи как-то. Все, найс. А бомба даже, наверное, здесь? Да, я прослушал. Опа, звуки какие резкие-то. Давайте винтовки, значит, давайте АВМ возьмем. Он так называется в кроссфайре. Кстати, да. Сейчас посмотрю, как я буду с него тащить. Жалко, здесь прыгать нельзя. Здесь можно, но здесь как-то криво он прыгает. Блин, ну нафига ты подставился? Но все равно я его в любом случае убил, вот этого челика. Так. Давайте поднимемся сюда. Уже убили? Ну, как-то изично, как всегда. Опа, убили. Так, ну, за наибольшее число убийств меня, конечно, как всегда, похвалили. Если что, ребят, добавляйте меня, друзья, добавляю всех. Здесь же все равно никаких званий нет, так что можно и вот так халявить. Так, взяли, как всегда, АВП. Покажу, так сказать, свой скилл. Смотрим. Играю я утречком, ну и тоже так. И на это не разыгрываюсь вообще. Опа, промахнулся. Промахнулся. Да, утром играть это как-то херово. Уже одного убили. Опа. Что-то я кривлю. А, нет, не надо. Смотрим. Вот у нас челик. Я почему-то серьезно не могу по нему попасть. Я на что, настолько рак? И это чего как-то по мне попадает, лол. Давайте я лучше куплю... винтовочку какую-нибудь, М4. Это что-то типа М-очки. Вот. А мне нужно нормально потом настроить управление, но окей. Ладно, сделаем потом как-нибудь. Сделаю. Здесь также можно выбросить оружие. Вот видите, там справа кнопку. Тоже неплохо. Но 4 хп, что за рандом? Я ничего не могу сделать, ребят. Просто у чувака как это решает рандом. А еще почему я могу за другими следить? То есть я могу мониторить просто так. Но слава богу, здесь чата нет. Вот смотрю на мой счет. 13-3. 13-3. Три раза я сдох.
Круто. А давайте сейчас попробую настроить управление самого вот. Вот, смотрите, я могу вот сейчас вот сделать вот так. Вот так, сейчас подождите, посмотрим, смотрите, вот. Смотрим теперь. Это у нас 3, это у нас 1, это 2. И смотрим. Вот, смотрите, те. А я в любом случае не могу. Что чувак делает? Рассматривает что-то ВК. Это, кстати, ВК какой-то. Я не могу почему-то, ребята, настроить в любом случае. Может, не знаю, как-то увеличить вот эту вот херню. Ну-ка, давайте я попробую так. Ну, блин, да уберись ты. Не получается, ребят, видите, не получается почему-то. Ну, не получается, так не получается. Значит, ничего с этим не поделаешь. Ждем нормального управления вообще в игре, потому что управление в этой игре, ну это, не знаю, херовое управление, если честно. Так. Вообще неудобно как-то. Ну окей, ладно, вы просили, я решу поиграть. Ну, смотрите, какой прицел. Так. Ну где выходите? Не выходите, челики, давайте лучше их там обойдем. Во! Первый прошел. Давайте посмотрим. Опа. Убили. У нас там одна крыса с АВП. Так, здесь никого у нас нет. Двоих просто. Еще простреляем. Видите, вот там сверху. Круто. А победа, ребята, это победа. Это победа. Круто. Интересно, что нам за победу дадут? Или ничего? Так, что это такое? То есть за победу нам дали черный экран. Это спасибо, но я не этого ожидал. Давайте попробую сейчас перезапустить игру. Попробуем. Вот. Ну. Не знаю, ребята, буду я записывать эту игру или нет, но там нет пока что смысла вообще записывать, тупо катки. Ладно, еще в Critical Ops, но Critical Ops-то мы уже привыкли к Critical Ops, там ничего удивительного. Вот смотрим. Вот уже 3 матча у нас сыграно, и вообще время в игре плюс 4 у меня уже сделалось. Вот количество выстрелов, вот. КД, прочее, здесь, короче, много чего есть, но много чего вообще сейчас в разработке. Зачем кланы добавлять, когда они до сих пор в разработке просто? Но главное, лобби добавили, поэтому я могу с вами иногда поиграть. Так что вот, добавляйте, у меня ник такой же, вот, Иван Майлд и флаг Украины. В общем, на этом все, ребята, подписывайтесь на мой канал. Ролики о Standoff 2 все же будут, раз вы хотите. И обязательно поставьте лайк. Конечно же, напишите комментарий. Всем удачи и всем пока-пока.